Телевизор есть в каждом доме. Кто-то смотрит новости, кто-то спортивные каналы, другие не пропускают выпуски любимых передач. В апреле все регионы страны перейдут на цифровое вещание. Аналог уйдет в прошлое, то есть обычная антенна перестанет работать. Основная аудитория телевидения – это пенсионеры. И чтобы помочь пожилым людям перейти на цифру, представители общественной палаты Химок проводят бесплатные встречи. Потому что пенсионеры, к сожалению, не знают, куда идти, что делать и как подключать. И, соответственно, мы делаем бесплатные мероприятия, где рассказываем, каким образом подключается приставка. Также общественная палата привлечет волонтеров. Они помогут пенсионерам настроить телевидение. Всю информацию можно уточнить по телефону общественной палаты 8 495 508 08 48. Напоминаем, аналоговое вещание в столичном регионе прекратится 15 апреля. Однако абонентам кабельного телевидения Химки СМИ приставки не нужны. Мы уже давно вещаем в аналоговом и цифровом форматах. Переход коснется не более 4% химчан, в основном жителей частных домов, которые используют для просмотра телевизора обычную антенну.